Сотрудники УФСБ России по Ивановской области обнаружили в Иванове схрон с оружием и боеприпасами. Тайник располагался в районе Минеева в металлическом гараже. В ходе проведенной операции из схрона изъяты ручной противотанковый гранатомет, несколько пистолетов, граната и два запала к ней, а также детонатор, тротиловая шашка весом 200 граммов и патроны. По оперативным данным, обнаруженное оружие и боеприпасы принадлежали одной из этнических организованных преступных группировок региона. В настоящее время решается вопрос о передаче материалов в МВД России по Ивановской области и о возбуждении уголовного дела. Владельцам тайника грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.